Приближается сезон холодов, и вопрос надежного электроснабжения становится особенно актуален. Краснодарские электросети завершили подготовку энергообъектов к зимнему периоду. В Северском районе специалисты подготовили к зиме более 55 километров линии электропередачи, 46 питающих центров различного класса напряжения, заменили 152 опоры линии электропередач. Для защиты высоковольтных линий от разрядов молнии смонтировали более 3 километров грозозащитного троса. Выполнены ремонтная программа, плановые предупредительные ремонты, техническое обслуживание, осмотры подстанций и линий высоковольтных. Проведены учебные тренировки с персоналом, укомплектован аварийный запас, проверены состояние резервных источников питания. Ремонтные работы проведены в станицах Северской, Азовской, Новодмитриевской, Смоленской, Григорьевской, Калужской, поселках Афипский, Ильский, селе Львовском. Обслуживание и ремонт объектов выполняются строго по графику. Мы занимаемся осмотром оборудования с целью выявить дефекты, чтобы своевременно устранить их, так как это очень важно, чтобы было бесперебойное электроснабжение всех потребителей. Мы своевременно стараемся устранять сразу же все дефекты, все замечания, которые могут возникнуть в ходе осмотра. Также специалисты стараются предупредить повреждения электрических сетей упавшими деревьями и ветками. Для этого на территории района расчищено более 4 гектаров охранной зоны линии электропередачи. Все работы Северский РЭС старается выполнять качественно и в установленный срок, чтобы даже в самое холодное время в домах жителей было светло и тепло.